Фаворит шокировал воспоминаниями о странностях принцессы Дианы. Известный композитор Эндрю Ллойд Вебер рассказал о встрече с принцессой Дианой. По словам музыканта, невестка британской королевы была крайне эксцентрична. Композитор с мировым именем Эндрю Ллойд Вебер, который создал множество отличных музыкальных произведений, в том числе мюзиклов «Иисус Христос», «Суперзвезда», «Призрак оперы», «Кошка», «Элита» и другие, опубликовал мемуары. На страницах автобиографии выдающегося деятеля нашлось место для принцессы Дианы. Ллойд Вебер описал встречу с ее высочеством. Она состоялась после просмотра мюзикла «Кошки». Тогда леди Ди и ее муж принц Чарльз поднялись за кулисы, чтобы выразить автору свое восхищение постановкой. В ходе беседы Чарльз отметил профессионализм танцоров. Мастерство артистов мюзикла не оставило сына королевы равнодушным. Дескать, он так и не понял, как они выполняют такие сложные элементы. Ответить на удивление принца решила Диана. «Они это делают примерно вот так», — сказала она мужу и внезапно села на шпагат. «Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских особ», — вспомнил Эндрю Ллойд Вебер. Публикация фотографий из Инстаграм. Добавим, что принцесса Диана была ярой поклонницей композитора. Она так любила его музыку, что постоянно слушала ее в машине. Особо ее величество выделяло мюзикл «Призрак оперы». Об этом сообщает ТВ-программа «Про». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. А мой муж без выходных работает. Шикующая Собчак довела россиян до бешенства. Беременная экс-жена рыжего Зеланушек раскрыла пол ребенка. На золотом песке Глюкоза и ее муж показали необычную позу. Полина Гагарина столкнулась с проблемами дома. Не удивляйтесь, Решетова показала сына без глаз. И многое другое.